Вот твои двоечки червей, так? Двоечка червей, так? Друзья, двоечка червей, Манилова объявилась красненькая, вот она, объявилась. Отлично, Сень, хорошо, потому что она, блядь, двойка-то ее нашел, молодец. Вот то же самое вот с этой карты, вот с этой, вот с этой. Вот с этой карты тоже самое сделать. Если вам не нравится твой фокус, ты уходишь. Смотри, вот та же самая карта. Вот сейчас я сделаю ее красненькой, смотри, смотри. Шестерка бубей. У тебя власть. Как скучно. Ладно, хорошо, дубль два. Сень, давай в покер. Бля, последний раз фокус показываю и все. Иди нахуй, блядь! Как скучно! Ген, выбери, выбери так. О, давай, поставим. Одну. Ребята. А ты не хочешь выебать себя в жопу? Подожди, подожди. О, камей. Сколько человек играет? 6. 15. Пиздец. Как скучно! С такой неинтересной публикой не согласен играть, иди нахуй. Так, Сень, ты выбываешь из игры официально. Неинтересная публика тире неинтересный ведущий. Ребят, кто появился интересный Сень? Ведущий, давай. Ну, я показывал фокусы. Так, ребят, кто за то, чтобы Сеня вышел? Не, я не знаю, у Расим есть пизда, я за это. Все, давайте, Сеня, выкидывайся. Ну, блядь, ребят, это хамство просто. Это хамство по отношению ко мне. Может, Монику позовем, она заплатит? Она черная. Не получится. Моника по шею сидит в земле. Ребят, напомните мне правила, пожалуйста. Правила такие, Паш, ты проигрываешь. Я снимаю всю эту хуйню, которую ты делаешь, мудак, я это буду вырезать. Братишка, послушай. Братишка, я твой Аллах наш брат. Аллах так, наш вожище. Без 10-6, мы решили сыграть в покер. Без 10-10 мы решили сесть и съесть. Без 10-6, Аллах наш брат. Ребят, Аллах наш ведет. С Новым годом. Я сейчас блевану на пол. Бэйс! Ой, Сень, пожалуйста. Сень, иди нахуй, правда. Ну так нельзя. Ребят, повторное голосование. Кто против Сени? Yeah. Идите нахуй, мы уже играем в мафию. Что-то странно в моем мозгу случилось. Наверное, шизофрения, я за Сеню. Все, не единогласно. 12 раз дневных мужчин. Тебе котик. Котик, ты вообще умеешь играть? Я раздаю по картам всем. Если кому-то не нравятся карты, тут может иди нахуй, совет.